Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сами откуда? Я с Чехии. Что сподвигло вас приехать и встать на защиту Новороссии? Я посмотрел в телевизии то, что сделали на Майдане в Одессе, а у нас политики говорили, že bojci Novorosii, že to je, že separatisti jsou teroristy. Ale my známe, u nás známe, že to je pravda. А много вас таких вот оппозиционных сил в Чехии? То есть людей такого же мнения, как вы? Нормальные люди так пол на пол. 50% и 50%. 50% для проевропской унии, 50% для Новороссии. А вот оппозиционные, допустим, каналы какие-то, то есть кроме официальной точки зрения, сейчас я сформулирую вопрос. Оппозицию вашу не задавливает власть? То есть голос народа? У нас Оппозиционное мнение, то есть не подавляют? не подавляют, это не понимаю, что Не это. запрещают? Нет, не. Ale официальная оппозиция не existuje. No. Třeba na internetu есть только официальная версия наших политиков. Только приватные сервери интернетовые, там есть та правда, и те видео, и фотографии из Новороссии, что се здесь сделает. А вы вот когда сюда приехали, вы убедились в том, что европейская точка зрения неправильная? То есть на деле вы это убедились в этом, да? Что вот во всем виновата все-таки украинская армия? А какой у вас позывной? Что? Позывной? Бен. Бен, да? Меня зовут Бен. А до того, как сюда приехать, вы каким родом деятельности занимались у себя на родине? Работали кем до этого? Да, вы. Что я работаю у меня дома? Да. Кем работали? О том бы не рад говорил. Ага. Это бизнес. Понятно. Бизнес. Не могу. Я понял. Спасибо большое. Спасибо.